Из здания речного вокзала рабочие выносят оставшуюся мебель. А эта стена пустует, хотя раньше здесь размещалась самая большая в СССР флорентийская мозаика. К слову, труд колыванских камнерезов не оставили на произвол судьбы, а передали на хранение в Краевой художественный музей. Остальные детали, некогда украшавшие здание речного, пока отправят на склады. Например, эти буквы. Мы готовимся к приезду тяжелой техники для того, чтобы приступить к разбору железобетонных конструкций здания. Сначала будет разобрано здание старого речного вокзала, где были располагались кассы, затем часть здания, в котором располагался ресторан и склад. Такими этапами мы планируем демонтировать данное здание. На участке, что принадлежит специализированному застройщику Вискию, создадут новый жилищный комплекс высотой в 150 метров. Это больше 40 этажей. Аналогов таким небоскребам нет во всей Сибири. Две башни объединит стилобат с офисами, детскими и спортивными площадками. Рядом станет многоэтажный бизнес-центр с частным детским садом и фитнес-клубом. А уже построенный участок набережной получит продолжение вдоль нового жилого комплекса. Готовы выслушать все вопросы, которые волнуют граждан, уделить им большое внимание для того, чтобы либо исправлять, либо корректировать. Нам очень важно мнение граждан города, поэтому мы нацелены на диалог и на реализацию, не побоюсь этого слова, одного из шикарнейших проектов. Для нового проекта территорию расчистят уже к июлю. Застройщик сообщает, что прогулочная зона на территории нового ЖК сохранится, а значит попасть на нее может каждый желающий. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком.